Ольга Каратасо. Зараз при Надії. В очікуванні первістка. За покликанням душі кондитер-аматор. Працювала в багатьох напрямках, а знайшла себе після того, як дізналася, що стане мамою. Вважає, що кожна людина має своє призначення і дуже важливо його виконати, щоб життя мало сенс. Доброго тобі ранку. Доброго ранку. Вже видно, що вже скоро зовсім станеш справжньою-справжнісінькою мамою. Чи готуєшся до цього? Як готуєшся, власне? Ну, я готувалась вообще до этого. Я ходила по больницам, врачам, пыталась привести себя в порядок, читала информацию, книги, было все интересно. Сейчас, наверное... Ты знаешь, ты на специальных диетах сидела, так? Навіть не диетах, а сбалансованное харчування намагалась, так? Да. Я пыталась, скажем так, наладить и циркадные ритмы, то есть я пыталась правильно ложиться спать, правильно вставать, потому что, ну, из-за того, что работаешь дома, ритм сбивается, и как бы, ну, в общем, даешь себе вольность. В 3 часа ночи встал, в 10 утра проснулся, и я поняла, что нет, надо как-то немножко менять свой ритм, потому что есть циркадные ритмы, которые, ну, важны для женского здоровья, для мужского, для нормального функционирования гормональной системы. Я поняла, что как бы это важно, и старалась как бы этого придерживаться какое-то время. Ну и потом случилось чудо. Вот сейчас, конечно, я тоже готовлюсь. Я сейчас читаю книгу Мишеля Одена. Это французский акушер-гинеколог. Про роды. Ну, как бы мне интересно. Мне все знакомые говорят, зачем ты это читаешь, зачем ты себя пугаешь? Я говорю, нет. Я, наоборот, хочу все знать для того, чтобы быть спокойной и знать, что мне ждать. Потому что я, конечно, переживаю. Я знаю, что ты раньше занималась спортом, ну, більш любительский таки. А зараз? Я, в принципе, все время, ну, с прошлого года, я как, ну, дома работаю, но я, тем не менее, конечно, старалась заниматься пилатесом. Это мое, как бы, любимое. Я для себя нашла, что мне это нравится. Это, как бы, не фитнес, это, ну, как говорят на него, силовая йога. То есть все движения, они просчитаны, медленные, правильное дыхание, но как бы и не йога, где там в позе по 5 минут надо стоять, по 10. То есть все постепенно, мышцы укрепляются. Я этим занималась до беременности и с наступлением, и в принципе сейчас стараюсь заниматься, но по возможности. Конечно, очень много упражнений нельзя делать, потому что там такие положения, что как бы, ну, лежа на спине нельзя много делать, на пресс нельзя, но некоторые я все-таки делаю, ну, потому что нужно укреплять спину, руки, все эти части тела, в общем, тренировать свою перед важным днем. Ну и вообще, чтобы говорят вроде, что когда занимаешься спортом легким, вроде бы как легче родить тоже. Надеемся. Будем надеяться на это. Можна сказати, що ти от саме готуєшся стати мамою, так усвідомлене в тебе батьківство, що ти не спонтанно просто так захотілося? Ну, в цілому, так, да, звісно, тому що, як говориться, время йшло, я как бы понимала, що да, как бы я, может быть, прям так конкретно дату не планировала, когда, но в цілому у мене как бы проблеми зі здоров'ям. Аллергия у меня, допустим, да, я ходила к аллергологу, тоже узнавала, и мне сказали, вот, что надо осенью, ну и так получилось, что совпало, повезло, можно сказать, потому что, ну, как всем, наверное, известно сейчас, что как бы это незапланированный момент, ну, как можно планировать и не получится. Вот, ну, мне повезло, потому что те, у кого аллергия, вот, на цветение, вот сейчас я тоже страдаю, как бы, но я могу хоть что-то, ну, себе употреблять какие-то лекарства, а в целом, когда только начинается беременность, первый триместр, как бы, ничего нельзя, поэтому, ну, конечно, да, я планировала, потому что аллерголог сказала тоже, в том числе, планировать. Що, власне, для тебе ця вагітність? Чи відчуваєш ти, що ти вже відповідальна за цю дитину? Чи плануєш її майбутнє, можливо? Чи не страшно там? Які в тебе відчуття взагалі? Ну, звісно, з перших днів життя змінюється, переворачивается вверх дном, и как бы уже понимаешь, что ты не можешь мыслить и думать только за себя. Конечно, ты думаешь о том, чтобы так, а это полезно, а это вредно, а можно это кушать, а нельзя это кушать.
Вот, конечно, я все планирую, стараюсь, конечно, не без вредности, как бы тоже случается. Но... Треба себе трошки побалувати, так? Да, да, иногда вот, ну, хочется чего-то такого, но в целом, как бы, я стараюсь, конечно, ну, как-то вот не можешь не думать, там даже лишний раз наклониться, думаешь, ага, там передавит, ему там не понравится ребенку что-то, и как бы холодно ему, жарко там и так далее, вот как-то, ну, переживаешь каждый раз постоянно. Муж тоже переживает, там нормально штаны сидят, нормально ты не передавливаешь, ну, как бы, в любом случае, конечно, тем более, когда ребенок уже забился, то вообще, конечно, ощущение колоссальное, ты уже понимаешь, ну, все уже, как бы, уже он внутри, точно, если там до этого, ну, так, догадки только, и, как бы, ты, ну, понимаешь, что... Якщо щось йому не подобається, він теж це показує. Знаєш, вагітність тебе надихає, бо до цього ти дуже багато де працювала, постійно змінювала вид діяльності. А зараз тільки, ну, наскільки я зрозуміла із твоїх дописів в різноманітних соціальних мережах, що ти знайшла сама себе. Так, да. Є такий момент. Спочатку була паніка, тому що, ну, для мене, очень важно в жизни определиться, кем я хочу быть. Я, в принципе, считаю, что каждая женщина должна определиться. И когда ты понимаешь, что ты беременна уже, то есть у тебя времени меньше осталось, и вот это ощущение, что времени осталось очень мало. Пробіжі часу приділяти саме дитині. Да, потому что, понимаешь, ну, все еще запугивают подружки, да, говорят, все, забудь за себя, будет только ребенок, и все, и больше ничего. И ты так, конечно, переживаешь, думаешь... Ё-моё, я ж не успела себя найти ещё в жизни. Ну, вроде как искала, но как-то так и не поняла. И оно как-то прям мозговой штурм происходит. Прямо вот какая-то революция в голове. Думаешь, что мне делать, что мне делать? И я вот ходила, думала и надумала, собственно. Ну, и как бы чему я очень рада, правда, это пока так, в виде... Хобби. Аматорство, да, хобби какого-то. Но я как бы верю, что это обязательно со временем будет монетизировано, и, ну, буду получать не только удовольствие, но и деньги. На игрышки, так, да ты на игрышки. Ну, хотя бы, да, на игрышки, на одяг, на памперсы. Вот. Значить, дякую тобі, що ти до нас завітала. Знаю, що зараз ти будеш тікати від нас, да, на УЗІ. Бажаємо тобі гарного настрою на весь день, і не лише на весь день, а взагалі на весь період, да, що там так недовго ще залишилось. Довго. Отримати оце задоволення від цього стану, тому що, як то кажуть, що цей стан неповторний. Особливо з кожною дитиною він окремий, з кожною дитиною він різний. Я скажу, що це чарівний період. Є в ньому якась магія. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії була Ольга Каратаса. Зараз при Надії в очікуванні первістка за професією, якою кондитер-аматор. Так, дякую, що ти до нас завітала.